Так, пойдем в замок наверх. Очень красивые веревочки тут сделали. Вот прям, прям. Ну, я вообще все корабельное такое люблю. И все, что мне немножко чуть-чуть напоминает. Все корабельное. Крутые ступеньки вверх. Сайгак с крученными рогами. Ну, там вот кто-то, походу, живет. Наверное, гастарбайтеры. Чего-то там дальше строят. Я говорю, там, наверное, гастарбайтеры живут. Видишь? А тут вот они. Горные козлы. Короче говоря, я куда не поеду. Ты искала? Вот. Ага. Сейчас, подожди. Сейчас я козлов сниму. Я бы куда не ездила. Меня судьба какими-то неведомыми дорожками приводит всегда к козлам. Вот в какой бы парк я ни поехала, в зоопарк, еще куда-то. Вот все время попадаю к козлам. Вот. Что за цханима? Ну, судьба такой. Вот они, козлы. Козлы, овцы наши, все. Там их, видимо, можно кормить, поэтому там народу много. Я своих уже в Тайгане накормила, у них там кормушечка. Они там кушают, бегают, мекают, разговаривают. Какие-то маленькие, типа муфлончика, безрогие. Ой, мама дорогая! Тут их целая популяция. Ой, а чё это они все туда полезли? Интересно. Что они там все делают? Что вы все там делаете? Офигеть. О, поскакали, поскакали. Куда-то поскакали. Так, снимаю против солнца. Ни хрена не вижу, не обессудьте. Должно войти в кадр, они тут вот как-то дружно куда-то туда-сюда мигрируют.